большая маска. Дышать легко можно. Замечательно. Спасибо. Пожалуйста, оставайся дома и сделай сцепление большому народу людей. С праздником. Пожалуйста, оставайтесь дома и избегайте скопления большого народа. С праздником вас. Спасибо. Пожалуйста, оставайтесь дома, носите маски, избегайте скопления большого народа. С праздником вас. Спасибо, вас тоже. На, это тебе подарок. Поэтому больше как болею за ФК. А на хоккей ходил? Ну, я смотрел хоккей, да. Тоже люблю и Торпедо. Мне нравится, что у меня есть такая маска с эмблемой и ФК НН, и с Торпедо. Спасибо большое футбольному клубу Нижний Новгород и хоккейному клубу «Торпедо» за вашу акцию, за то, что объединились в эти сложные времена. И всех нижегородцев призываю, какая разница, за кого болеть, за футбол, за хоккей, ходите и туда, и туда. Вообще очень нравится, очень рад получить такую маску. Часто с детьми ходим на футбол, к сожалению, в этом году он рано закончился, да, наверное, не возобновится. Вообще очень приятно, что родной футбольный клуб заботиться о людях. Надеемся, что побыстрее вернемся на стадион. Знаком с некоторыми футболистами, в частности с Николаем Обольским, нападающим нашего клуба. Надеемся, что продолжит играть за Нижний Новгород, забьет еще много голов. Вообще приятно, что два нижегородских клуба вместе проводят такую приятную акцию. Нижний Новгород совместно с хоккейным клубом «Торпедо» поздравляет вас с наступившими Днем Победы и в качестве подарка вручает вам маску. Соответственно, вот такой символик. Актуальный подарок. Берегите себя, носите масочки, оставайтесь по возможности дома. И дарят вот эту маску. Спасибо. Пожалуйста, оставайтесь дома и берегите себя. С праздником вас. И носите маски. С праздником вас. Спасибо и маску. Я иду домой, да? Да, я уже домой. А я иду на работу. Можно? Пожалуйста. Все, спасибо. Пойду лечить людей. Спасибо. И вас с праздником. Мы победим.